Большую время, часть времени вы проводите в Москве сейчас, да, вот последние? Большую часть времени, да. Ну, невозможно находиться в Минске у себя на родине и работать в Москве. Это утопия, это колоссальные затраты времени на перелеты и прочее. Да и воздух другой. Ну, воздух вы имеете в виду? Воздух. Здесь как-то хочется скакать куда-то все время. Атмосферу, да. Но зато в экологическом отношении в Минске воздух вот просто лучше. Ну, вот воздух-воздух, если мы говорим об этом. У меня хорошая система очистки воздуха дома стоит. А где, в каком районе вы живете? Я живу на где-то северная часть. А у вас есть любимые места в Москве? Просто вот куда вы... можете приехать, как любимые базис. Места в Москве? Да. Или наоборот, нелюбимые. Мое любимое место в Москве — это мой диван дома, на котором меня никто не трогает. Я прихожу, ложусь, и мне хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».